Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Террария. На самом деле, так неожиданно, что я буду снимать эту игру, никогда бы толком в это не поверил. Даже то, что я буду играть в нее, хотя она у меня есть довольно-таки давно. Я, кстати, создал игрока, так мы будем выглядеть. На самом деле, я похож на зомби какого-то, я не знаю, посмотрим. Так, мир создаем новый, имя... Неукрощенный склеп. Давайте у нас будет неукрощенный склеп. А семя так и оставим. Давайте средний размер карты попробуем. Так, я лучше выберу классику, потому что это мой первый мир. А там, где я буду прям играть более-менее нормально. То есть до этого я создал мир, просто побегал, что вообще происходит. И все. Так, что тут? В вашем мире обязательно будет... Ага, болезненно выглядящая порча. Или багрянец. Давайте случайно что-нибудь. Я не знаю, что из этого лучше, что из этого хуже. Поэтому, пожалуйста, не судите строго. Надеюсь, что все будет хорошо. Пишите, конечно же, свои советы в комментариях. Я буду очень рад и признателен этому, ведь у меня действительно опыта вообще ноль. Хотя я знаю, что очень много моих зрителей много отыграли в Террарию. Что они прям там профессионалы. Поэтому я надеюсь, что я просто сделаю для вас развлекательный контент. Не думайте, что я тут киберспортсмен. Это вообще не так. Я тут просто поприкалываюсь, поразвиваюсь. Надеюсь, что что-нибудь пойму и, может быть, к чему-нибудь приду. Вот это вот, мне кажется, цель этого выживания. Я не знаю, в Террарии вообще выживают? Или это просто как... наверное, это тоже выживание считается. Поэтому вот будем смотреть, что у нас будет происходить. Карта тем временем создается нормально. Также я вам хочу сказать, чтобы, если что, вы не беспокоились, Bloons TD 6 как выходила, так и будет выходить, конечно же. Я не хочу ее забрасывать, мне очень нравится эта игра. Она очень классная, и она нравится многим моим зрителям, чему я безмерно благодарен, что как раз таки у нас аудитория набирается по этой игре, и причем хорошая очень. Поэтому видео будут выходить. Просто я решил разнообразить контент еще другими играми. Вот такие вот дела. Как долго карта создается? Это нормально? Но у нас средняя, а я вообще сейчас думаю, зря или не зря я среднюю делаю, потому что вдруг... надо большую или маленькую. Хотя если была бы большая, она бы вообще, наверное, полгода грузилась. А так, если посмотреть, то у нас уже как бы, почти все. Настройка жидкостей. Мне очень интересно, что у нас тут получится. Но, как мне кажется, я сразу же займусь постройкой какой-нибудь. Какую-нибудь базу себе сделаю. Мне интересно, тут есть кровати? Мне кажется, должны быть кровати, но вот факт в том, что можно ли в них спать, потому что я боюсь очень сильно ночи. Так как я знаю, что в этой игре... О, создался. Играть. Так как я знаю, что в этой игре ночью, по-моему, какие-то зомби появляются. Во, мы начали. Джефф, с тобой болтать можно? Так, ладно, гриб соберем. Может, съесть можем. Тут за розовое дерево, кстати. Так, берем топор. И рубим. Давайте сразу соберем древесину. На самом деле, розовое дерево я пока что боюсь рубить, потому что вдруг оно какое-то классное. Вдруг оно для чего-то пригодится. Если что, напишите в комментариях, нужно ли оно или нет. Грейпфрут? Мы что, мы в каком-то классном биоме? У нас тут Джефф, смотрите, со слаймами борется. Вау-вау-вау, подбираем. Так, мы подобрали гель и еще что-то. Грейпфрут. Блин, ничего себе. В Майнкрафте даже такого нет. О, у нас тут облако, кролик. Норм. Так, давайте чуть побегаем. Блин, офигеть. Давай, Джефф, помогай. Я добью. Вот это мы команда. Вот это я понимаю. О, тут столько грибов. Ничего, наверное, грибы. Еще слайм. Так. Опа. Ты чё? Офигеть, они прыгуны.
Не надо так. Так, больше грибов. Какой биом-то большой. Ой, а там еще какое-то дерево, оно уже желтое. Мне кажется, это тоже... Фух, задел. Да блин, как по нему попасть? Во, смог. Опасно. Не бей, пожалуйста. Нормально. Так, еще одного слайма уничтожили. Оба. Ой, музыка из террарии. Ой, такая классная. Пустынный биом. Мне кажется, он небезопасный. Так, мы пока что просто разведывали территорию в нашем биоме. И будем смотреть, что да как у нас дальше. Порубим еще деревьев. Но он, знаете, он у нас как будто какой-то тропический. Или они никак не распределяются? Сколько, знаете, вопросов, так мало ответов. Желтый бархатец. Нормально. Так, земля. Землю мы, видимо, будем тоже собирать, потому что нам надо будет расчистить. Я что-то сломал, нам ничего не дали. Как это? За что? Почему? Делитесь. Тут вот смотрите, какие гигантские деревья. Я нам предлагаю сейчас их срубить. Только мне интересно, чем выше... Не, похоже, дерево не зависит от роста, они все одинаково уничтожаются. Но это норм. То есть для меня это даже как плюс. Чё это? Я что-то уничтожил? Ну, а как землю поставить? О, левая кнопка мыши. Так, два слайма. Уа! Офигеть, он на опережение прыгнул. Меня к такому жизнь не готовила. Так... Еще. А вот чё их так много? Тут три слайма. Джефф, ты чего? А он еще жив, мне интересно. Как он так это? Аж троих слаймов пропустил в одном месте. Ой, еще что-то. Это лимон? Это реально лимон. Чё это за деревья такие? Вот это, кстати, ну вообще не выглядит как какое-то такое... О, персик. Нормально. У нас очень много дерева, кстати. Воздушный шар летит. Блин, а в игре можно воздушный шар сделать? Теперь мне стало интересно. Так, как посмотреть, где наш спавн? Может, карту откроем? Как ее открыть? Тут можно приблизить. Вот эта фигня... А, возрождение. Следовательно, это и есть наш спавн. Я стою прямо на месте возрождения. Давайте тогда, наверное, здесь будем строить наш домик. Подсолнух. Я не хочу Джеффа бить. Вдруг мы его нечаянно сейчас заденем? Так, беру вот сюда. Блин, я ставлю. Офигеть. Хватит, наверное, вот такой вот высоты. Оба, а чё могу, вы посмотрите. Офигеть. Подсолнух, пошли к нам жить. Так, я хочу тут еще немного разровнять. Сразу же подсолнухи подберем. Я кого-то опять уничтожил. Жесть. Я надеюсь, он не был против. Так, что-то я опять перестарался. Давайте землю обратно возвращаем. А нам надо будет двери делать. Джефф, сорян. Сейчас, подожди. Так. Медная монета. А окно изготовлений. Факел. Мы можем поставить. Так, нам надо верстак. Давайте верстак. Как верстак? Мастер, строй. Я что-то сделал. Так, вот он. Разместить как его? Я его выбросил. Не надо. Так. А, это надо киркой. Вот это я вроде... Да почему опять не то сломал? Нам дали достижение. Поздравляю нас. То есть все, теперь мы уже вообще классные ребята. Во, здесь верстак. Открываем заново. Ой, столько всего появилось. А, деревянная дверь. Я так думаю, нам их две надо. Вот, тут сразу так можно. Так.
Они, наверное, 3 в высоту, да? Ну, мне так кажется, по логике смотреть. Реально 3 в высоту. Я что? Я уже так много отыграл в Террарию, где я еще ни разу ничего не ставил, не строил. О, ты чего? За кролика отомщу. Ты нас-то не бей. Сколько у нас хп? 87, я не знаю, это много или мало. Блин, кролик. Очень жаль. Реально очень жаль. Земляная стена. Деревянная стена. Давайте деревянную стену сделаем. Я хочу, чтобы у нас красиво было. Так, как мы это ставим? А вот здесь мне тоже надо ставить? О! Он сам ставит. Я просто зажал. Вы посмотрите, талант. Талант. У нас прирожденный строитель в нашей игре. Это топ. Что-то я много создал. Ну, посмотрим. О, Джефф, спаситель наш. Спасибо тебе большое, что ты есть. Так, теперь у нас темно. Темно, следовательно, мы создадим факела. 18 факелов. Надо будет, наверное, потом побольше поставить. Ой, ну норм. Вообще красиво. Ай, не бей кролика. Я сам убил кролика. Да ё-моё, кролик. А мы его не можем... Чё мы? Да не можем мы его точно возродить. Я почему-то подумал, что сейчас возродим кролика. Что-то вся поверил. Так. Наверное, стена и пол это одно и то же, поэтому... Сейчас просто бревна будем тут ставить. Тут немного заставим. Землю надо будет вернуть. Где у нас тут древесина? Слушайте, классно выглядит. Мне нравится. А чё мы сломали? Мы землю поломали? Древесиной? Блин, теперь мне не нравится, как там выглядит сломанная штука. Так, теперь мы еще тут должны сломать. Ой, Джефф, давай. Спасай, Джефф. Джефф, спасибо. Еще идут. Так, подождите, нам надо двери вернуть. Так, все, двери у нас есть. Джефф, пошли. Пошли в убежище. Я добью, я добью. Все. Так, теперь мы живем. Теперь нормально. Опять верстак есть. Сюда мы его ставим. Использовать. Поставить. Они нас окружают, вы видите, они повсюду. Восстанавливают жизни увеличены рядом с костром. А костер можно дома поставить? Давайте поставим. А с чего он создается? Факела и дерево. Давай тогда побольше... А, не туда мотаю. Факел 3. А, полинезийский факел. А в чем разница? Они из этого, из густков слаймов создаются. Блин. Значит, нам реально надо с ними сражаться. А где у нас еще есть? Ну вот тут гель. А тут какой? Тут какой-то синий. А, видимо, без разницы какой. Давай тогда уничтожать. На-на-на-на-на. Уничтожься, уничтожься. Все ради факелов. А, похоже, солнце начинает садиться. Ну давайте... Блин, или возвращаться. Не, пока что, мне кажется, мы можем чуть побегать. Я хочу побегать в левую сторону, посмотреть, что у нас тут происходит. А, куча камня. Камень, камень, подождите. Я знаю, чем мы сейчас будем заниматься. Да, мы сейчас будем драться с синим слаймом. Вау, мы кританули, вы видели? Мы очень много урона нанесли. Мы сломали камень, и из него вылезли черви какие-то. Так, тут обычный камень. Давайте просто подобываем, посмотрим, может, нам что-нибудь даст. Ну, неплохо. Сейчас скоро все равно ночь. А у нас хотя бы уже будет хоть что-то, и мы сможем нормально вот идти. Мне еще вот тут вот интересно, там типа железо какое-то. Может, мы к нему так подстроимся? Так, подождите. А мы его вообще сейчас киркой забьем. Так,
Вот, идем дальше. Бля, их четверо. Они нас окружают. Алло, успокойтесь. А почему не ломается? Так, ладно. Так, двоих уничтожили. Еще давай. Мы тебя не боимся. Норм. Так, наверное, надо это срубить. Блин, а тут уже синий слайм. Вот синий слайм, я его не люблю. Вот, давайте, тут что будет? Железная руда. Вот это классно. Мы, кстати, уже перестаем что-либо видеть. Так, давайте дособираем железную руду. И теперь выматываемся. Кстати, синий слайм нас не заметил. Алло! Мы вас всех уничтожим. Так, все, теперь убегаем. Теперь уж лучше убегаем. У меня 85 хп. Они регенятся, кстати. Мы сейчас возле костра постоим дома. Так, гель нам тоже нужен, потому что, как мы уже выяснили, он тут очень полезен. Факела — это тема. Железо тоже тема, и камень это тема. Не знаю, какая это тема, ну да ладно. Так, мы пока что довольно-таки медленно бегаем, я надеюсь, что мы со временем будем развиваться. И я предполагаю, потом мы из нашего дома будем тут строиться вниз, создавать нашу пещеру какую-нибудь, ну типа шахты. Правда, как это все реализовывать? Так, древесина, деревянная дверь. А это у нас какая-то была дверь? А, ну это она и была. Просто она какая-то такая белая, что ли. Деревянный нагрудник. Ой, может создадим? А это что? А это медные. Это у нас вообще медные. То есть дерево это, конечно, хуже будет. Давайте пока что сделаем. Посмотрим, может что-нибудь это нам защитит? Во, неплохо. Подходящий наряд. У нас новое достижение. Так, печь. А, можно поставить, использовать для выплавки руды. Давайте мы поставим. Так, пока что сюда. Просто у нас же как раз все равно это... А, как она? Есть железо. Как использовать? Алло. Так, может надо выбрать железо? И сюда? А как? Поздравляю, я могу тебе... О, я с Джеффом болтаю! А, счастье, что у меня нет дома. А, иметь свое пространство, это так важно, я обожаю бродить по лесу. А мне здесь нравится. Блин, давайте ему дом построим потом. Ну, комнату свою. Так, у нас тут деньги. Стоп, время молота. Получить свой первый молот, создав... Ой, достижения. Сколько тут достижений? Вау. Очень много. И тут есть разные темы. А я до сих пор не понял, как печки жарить. Я дал? Подождите, я дал или выбросил? Понятно, я выбросил. Верни, пожалуйста. Так, давайте слайма побьем. Да, алло, не трожь. Печка, я вызываю тебя на дуэль. Принимай мое железо. Алло. Какими кнопками? Отдай, ну точнее, возьми. Давайте еще костер поставим. Во! А я гореть не буду, надеюсь. Ну норм, слушайте, даже земля светится. Не берет. Что за наглость? Уютный огонь, восстановление жизни немного ускорено. Ой, так значит вообще не зря сделали. Как, кстати, посмотреть, сколько у нас брони сейчас? О, 3 защиты. Нормально. Дом, режим камеры. А, он показывает, где наш дом? Просто. Тут еще куча всего, надо будет потом узнать. Здесь со временем мы все поймем. А он тоже все подбирает, да? Он не подбирает. Как все поболтать, давай. А в подземелье можно найти хрустальное сердце, которое увеличивает максимальное количество здоровья. Их можно раздобыть киркой.
Собрав 5 звезд, их можно объединить для создания предмета, который увеличивает количество маны. Блин, полезно. Хорошая вещь, ты говоришь. Так. Ну, правда, как понять, как это сердце у нас потом выглядит? А для начала... Печка. Принимай мой вызов, пожалуйста. Так. Замена блоков. Линейка. Ой, линейки всякие есть. Это удобно. Только всего на самом деле продумано. Ну, правда... Опять выбросил. Ой, я железо поставил. Так, не то. Да ё-моё, еще теперь это сломал. Так, давайте тогда заново поставим уж лучше. Да, вот теперь у нас... А, я и печку сломал. Что происходит? Может, нам уголь надо? Наверное, для нее уголь нужен. В Майнкрафте нужен железный слиток. Из железной руды. А, наверное, железный слиток мы уже можем переплавить. А, он тоже строится. Этой ночью тебе лучше не выходить из дома. Бродить в темноте очень опасно. Окей. Печка, не беси меня. Ты для чего нужно? Подожди. Это с зомби, с факелом? Блин, он выглядит как настоящий. Уа, запустили его. Джефф, 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 Джефф. Помогай. Уа, офигеть, он сильный. Глаз какой-то. Ой, все, валим. Закройся. Закройся. Как закрыть? Он не попадает. Ну как закрыть? О, попал. Закрой. Почему дверь открыта? Алло. Так. Нас очень плохо. Нас атакуют. Серебро. Плюс медь. Зомби-слайм. А, правая кнопка мыши, это все работает. Вот это я молодец. Зато столько... накричался. А этот, кстати, зомби не такой силен. Ой-ё. Все равно опасно. Так, вроде бы я подобрал. Заходим и закрываем. Так. Сколько у нас тут вообще? 6 серебряных монет. Семена цветка дня. Цветок дня сам по себе. Так. Что вообще происходит? Ладно, давайте попробуем дожить до рассвета. А потом, наверное, я на этом буду заканчивать первую серию. Чтобы посмотреть, навести какие-нибудь справки, может быть, вы мне что-нибудь посоветуете на будущее. Я, может, пока что немного... Давайте тут освещение сделаю. С освещением намного лучше получается. Уютнее сразу же становится. Так. Во, пока никто не нападает, но мы уничтожили глаз какой-то. Я вообще не понял, что за глаз такой. Так, опять зомби. Так, мы готовы к тебе сражаться. Мне попадался какой-то стример, и он мог создавать какие-то... Точнее как, не мог создавать, а у него уже была какая-то пещера, и он поднимался то ли на каких-то ступеньках по ней. Ну, там еще какая-то лиана была. Но имею в виду про то, что он как-то мог подниматься. Надо будет потом посмотреть, я также хочу. Так, что у этого зомби? Что это вот такое вот? На самом деле выглядит стрёмно. А он еще сильный, что с тобой не так? Так, Джефф, кстати, вот, смотрите, он прям хорошо дамажит. Спасибо тебе большое, что он с нами есть. Это такой мини-босс, что ли? Деревянная стрела? Стрелка? Ой, глаз этот, не хочу с ним даже общаться. Ой, это я сам себя испугался. А что происходит? У нас... Луна только посередине, а нас окружают все повсюду. Как жить? А тут точно нельзя кровать сделать? Похоже, нельзя. Но есть деревянный забор, не знаю. О, сундук. Вот сундук нам тоже надо будет создать, чтобы потом как-то складировать все. Так, деревянная стрела есть. И мы, кстати, можем сделать лук ведь. С чего она делается? Камень. Давайте создадим. Неплохо. И вот еще лук.
Я где-то его видел. Ой, куда я улетел? Что это вот такое? Деревянная удочка. Тут рыбачить можно, это классно. Все, у нас есть лук. Как он работает? Так, давайте открываем. Ой, не сейчас хочу с тобой болтать. О, нормально, вы посмотрите. Вот это урон пошел. Вот это разница. Вот это реально классно. Не зря я решил стрелы посоздавать. Все, вам не жить. Вы это понимаете? И что, Джефф стрелять умеет? Это не подойдете. Эй, алло, не подходите. Еще глаз прилетел. А как в глаз целиться? Нормально. Нормально. Ненормально. Так, подождите. Джефф, возвращайся домой. Джефф, пожалуйста. Куда ты пошел, Джефф? Так, надо греться. У нас есть грибы. Как их есть? Их можно есть? Я съел гриб? А что, все? Я больше не хочу есть? А, вот так надо, да, наверное, опять брать? Нет. Или я наелся? Джефф, дверь закрой. Да блин, не надо мне это изготовление. Ты главное дверь закрой, все. Сколько у него хп? У него почти максимальное хп. У нас восстанавливается. Ой, нормально. Демонический глаз. 60... Сколько хп? 60 хп. У этого 56 зомби вообще. Жесть. Ну, видимо, у нас сейчас середина ночи, и лучше... О! А, они кролика убили, за что? Так, ладно, к нам ломятся зомби, нас окружают зомби и демонические глаза. И я предлагаю на этом нам закончить первую серию. Она вышла, но все равно нормально, так продуктивная, домик есть, вообще круто. Почему бы нет? Поэтому я надеюсь, что она вам понравилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока.